Мир МайГТО. С сегодняшнего дня начинается единый день выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». На стадионе Туймада имени Николая Тарского состоялось торжественное открытие. Сегодня выполняют подтягивания на высокой и низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири 16 кг. Жители республики демонстрируют результаты гибкости, прыжков в длину, стрельбы из пневматической винтовки. Прием испытаний идет до 17 часов. По республике работает более 40 центров тестирования. Все желающие, как коллективными заявками, так же личные заявки тоже принимаются. На данный момент по республике Саха-Якутия зарегистрировано более 70 тысяч участников. Это является одним из самых высоких показателей по всей России. В целом мы на рейтинге по России находимся на 23-й строчке по регистрации на сайте gto.ru.